чувствуем ребенок. Вот такой у нас есть ребенок. Вот такое дитё, да? Чего ты? Куда ты шагаешь? Вон туда сядь. Оп. И посиди там. Все, все, моя девочка. Это у нас девочка, ребята. Красавица, малышка. И ребенок срочно ищет дом. Срочно. Она крошечная. Так, покажу, какая ты у меня красивая. Да, такой ребенок красивый. На тебе игрушку, на. На тебе еще игрушку. Все. Ребенку 2 месяца, ребята. Ребят, маленькая девочка. Будет коротколапая, маленькая. Ей сейчас 2 месяца. Я думаю, что она будет 40 сантиметров, не больше. Ребенок ищет дом, срочно ищет дом. Вот так, да, мое солнышко? Нельзя держать детей в клетке, нельзя. Но у нас никого нет, чтобы можно было ребенка посадить с кем-то. Что? Что, медвежонок? Ты такой смешной ребенок, да? Такой маленький смешной ребенок, Яся. Яся, Яся. Малыш. Ребенок ищет дом. Яся? Пося, Пося, мы тут ещё умываться уже умеем. Ребенок всегда ребенок. Всегда. Ты растешь, кукла? А, моя девочка маленькая? Яся? Ай, ты мое солнышко, иди сюда. А, топотушка. Игрушка ей нравится. Ну и слава богу, зато не скучно, скажи. Что? Ты еще разговариваешь, а, куклешка? Вот так. Все, решила отдохнуть. Все, ребята, днем она здесь бегает. Ночью спит только в клеточке, иначе она покоя никому не даст. Да, козленок? Мамина девочка скучает. Но ничего, играет хорошо, медведя тягается. Вот такой ребенок красивый у нас, Яшма. А ласково Ясечка, Яся. Ну, ты так хорошо играла. Пока я сбегала за телефоном, ну, солнышко. Да? Яшми. Так, водичка. Все, немножко походим. И не будем авать, будем спать ночью. Что? Куда ты пошла, козел? Ой, иди туда. Оп. Все, вышли погулять. Да? А это бантик, чтобы для играть, игрушка. Что, а то пищим, пищим. Да, куклюшка? Что ты такое, мое дитё красивое? Кукла маленькая. Нех ты. Не, уже устала, все. Я думала, она хоть набегается и устанет к ночи, а она уже устала. Ну, пусть отдохнет. Здесь теплее, да, возле батарейки. Да, солнышко мое. Покушала, да. Что ты, моя зайка? Моя красавица маленькая. Маленькая красавица. Яся. Солнышко мое, Яся ищет дом. Ребенок. Смешной мамин ребенок. Да, нос вымазала. Красавица маленькая, топотуня, иди погуляй. Иди погуляй, солнышко. Ребенок ищет дом, ребята. Яся ищет дом, срочно. Вот такой маленький шарик ищет дом. Друзья, не важно, где мы и чем заняты. Важно то, что вот эти дети нуждаются в нашей с вами защите и помощи. Пожалуйста, мои хорошие.
Не проходите мимо, если вы увидели на улице щенка, котенка. Потому что в этот момент, возможно, их жизнь висит на волоске. Будьте добрыми, люди, пожалуйста.